а так он вроде бы вот. Вот. Не думаю. А? Не думаю, чтобы он хватал. Ага. Такое я не видела. Не видела? А, ну так я говорю, а Лена говорит, мне селезень. Я говорю, нет, его он индоуткой назвали, красной головой. Говорят, что был. Это вот уже в движении, да? Это уже видео получается. Совершенно верно. Вот она. Это селезень с зеленой головой, а вторая желтая, серая ряба. Она а вот еще селезень плывет. Да, очень хорошо они тут. Немножко отражение, я не знаю, как оно будет. Блики на воде. Но все же очень интересно. Покажем всех вот. Здесь на фоне кустов она. Говорите что-нибудь. Говорите что-то. Вот да, здесь красивый цвет. Очень насыщенный. Красивый цвет, насыщенный такой, да. Розовый, даже ближе, ну, к красному, что ли, или сочетание такое прям вот красивое. Алое, да, алое, вот действительно, алое. А это уже отцвели. Досадно, конечно, отцвели. Да. Зато зелень такая приятная. А вот всё это красиво. Вот цветочки, как называются вот эти? Маленькие, это азалия. Это азалия тоже? Да, это вот я вот сейчас. Азалия, когда растет на подоконнике, она очень капризная, трудно приживается. Но здесь листики более нежные, вот азалии. Более нежные, да. Уточки, вот одна уточка затесалась, да? Или тоже селезень вон там? Потому что женщины в почете. Да? Да, это серая уточка все-таки. Серая шейка, как рассказ есть, да? Вон они взлетают, полетели. Но они же круглый год здесь. Утя, да, надо было кусочек клеточку. Утя, крошечки надо было. Она не голодная, потом надо знать, что давать. Вот эти. Лапки оранжевенькие, головки. Зеленая, сизая. Да не бойся нас, иди, миленький, мы тебя не возьмем. Не будем зажаривать, а то спалим. Да, нет. Ты красавец, это он.
Вы понимаете, это не движущий предмет. Поэтому кино даже немного... Ну ладно, Лена, раз не получается, значит, что сделаешь? Да вот вас я могу. Так, главное тогда не... А вот это, оказывается, резина.